Меня зовут Анна. Моего сына Артём. Мы приехали из Севастополя. Находимся здесь на восстановительном лечении в данный момент после операции. Артём увлекающийся ребенок, и с раннего детства, из многих его увлечений, наиболее ярко всегда проявлял он себя в лепке. Многие игрушки, многочисленные, которые находятся в нашем доме, с ними происходила трансформация. Из мультиков. Идеи берутся из мультиков, плюс на самом деле Артему читаем разные книги, он очень любит какую-то интересную фантастику, где есть приключения. Интересно, что Артём не просто лепит супергероев, но еще любит придумывать о них различные истории. И в этих историях его герои обязательно спасают мир. И я надеюсь, что у нас получится с помощью простого кино воплотить в жизнь мечту, снять серию мультфильмов.